Полиция, выполняйте закон! Полиция, выполняйте закон! Полиция, выполняйте закон! Так немає колони, хто скаже його? Хто скаже? Блять, як отмечен конец колони? Ответьте тогда мне. Как отмечен конец колонны? Когда вы скажете, что она прошла? Когда ограждение начнете снимать? Вот все, люди. Когда? Там когда? Людей, там немає жодної людини вже 10 хвилин. Кто вам скажет? Новинский вам наберет? Нам передадут. Кто передаст? Кто передаст? Человека там жодної людини взагалі. Там немає жодної людини 10 хвилин. Яка колонна? Про що? Подивіться, ви дивитесь на мене, а дивитись треба туди, там немає людей. Не бачу. Там 10 хвилин немає людей. Яка колонна? А, так ви не знаєте, ну вам передадуть. Там люди ходять. Тобто ви нас пустите, коли взагалі нікого там не буде. Так скажите, щоб ми завтра прийшли. Давайте вночі. Тобто раз уже ви нас туди не пускаєте, в согласоване время, в согласоване місце, і собираєтеся. Так а ніхто, вони просто стоять і говорять, ми не знаємо, нам сообщать. А старшего нет. Был какой-то хер в фуражке, но он сдриснул. Где он? Ну выйдите, скажите, вы ж смелые, с искорением. Хер в фуражке! 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 Майонезная баночка! Ви влаштовуєте тут це, пожалуйста, нас 400 минулого року, я повторюю, була та ж сама історія. Жодних проблем не було. Ми зійшли. А так, Аваков сказав їм нікого не пускати. Тепер ви посилаєтесь на людину, якої тут немає. Ви стали кордоном перед входом. Это разные вещи. Пустить на место и поставить между участниками кордон или поставить кордон на входе и не пускать вообще участников. Ну вы же понимаете разницу между этим. Нет, я ничего не понимаю. Прописано, де має відбутися акція. Ви не пропускаєте рукомісля. Ну, все? Так, ні, вони просто стоять і тупять. Ну, Арсен Борисович Аваков, чорт! Он кинул вас сюда специально, потому что ему похер. Я ему враг, а вы для него никто. Плесень, он вас сюда кинул и говорит, что это на пацаны, рассказывайте им херню. И вы рассказываете им херню. А подстрелите в итоге вы? Да, стреляете вы. Потому что вы уже на всех телеканалах, вы уже во всех соцсетях. Мы это так не оставим. Мы пойдем в суд, мы пойдем к вам. Аваков будет там сидеть и орать над вами. А в Италии он будет сидеть. А вы подстреляли. Ну, или вы подстрелили. Зачем вы это делаете? Вам оно надо? Понимаю, у меня не работает. 4G нету. Пальцем не хватает. 4G. Не подсекает. Без пальца не работает. Дорогие друзья! Мы пришли сюда для того, чтобы сказать о том, что не стоит топтаться на костях, о том, что не стоит популизмом подменять реальную заботу о тех, кто воевал и тех, кто погиб. И мы хотели это сказать, артикулировать и показать всем этим людям, которые раз проходят в год с какой-то фотографией, иногда вообще не с той фотографией, и вообще не знают, что происходит, но считают, что они кого-то там защищают и чью-то память помнят. Мы хотели этим людям что-то сказать. Но, к сожалению, Арсен Борисович Аваков решил, что вот мы не должны этим людям ничего рассказывать, поэтому единственный вывод, который появится на всех телеканалах, состоит в том, что Арсен Борисович ватник, и черт. Вот, и черт.